Hey, yo, guys, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Соль и Святилище. Так, в прошлой серии мы, короче, с вами убили рыцаря, или... Да, в прошлой, кажется, серии, если не ошибаюсь. Давайте посмотрим насчет него. Есть ли он тут новенький? Вот он. Бронзовый рыцарь. Рыцарь крепкой брони. Такие воины безмолвны патрулируют остров. Так, заманивай в ловушки. Утопленников... И преследующий жертв. Так, вот этого мы убили. Пронзающий дух. Так, облегченное в плаще создание из цепей и костей, как и многие другие крейканы этого острова, пронзающие духи были сотворены неким сильным чародеем, умевшим сплетать воедино физическую и потустороннюю магию. Падает две вещи всего лишь. Так, и мы еще какую-то летучую мышь, вот, солекрыл, теневое воплощение человеческой соли. Законы этого острова таковы: если странник, погибнув, то ни одному чудовищу не удается заполучить ее соль после смерти, от него остается тень. Солекрыл, форма которой эта тень принимает. А, все-таки, я думал, в ближайшего врага, оказывается, нет, видите, у нас воплощение в... Монстрик, атак. Тогда мы с вами держим путь вниз. Держим путь вниз. Ой-ой-ой, а там я не достану. Там я не достану. Во-первых, рыцарь одинарный был. Так, ловушка, тебя запомнил. Собаки, в принципе, нападают только когда готовятся прыгать. Так. Один или... Да, не один. Ах ты, гамнюк. Лакут. Нужно будет, короче, меч прокачать немножко. Так, утонувший крестьянин. Опа, тихо. В окне светится что-то. Так, вижу ловушку. Да, а, ловушки... Ловушки ломать можно. Но этих я ваншочу, допустим. Здесь мне нужно проникнуть в окошко. Это делается таким образом. Оп. Твари. Зуб дикого зверя. Ага. То есть я нашел типа секреточки. Мановодка, зараза. Так, допустим. Так, волчара, куда тот убежал? Ой, не нравится мне это чучело. Допустим, какое оно странное. Знаешь, мне кажется, это продолжает бороться, хотя весь остров захватывает от отчаяния. Другие уже начали сдаваться. Оно тоже склонится, как другое. Такое храброе и такое глупое. А, это он с нами говорит. Значит, оно будет бороться. Истечет кровью и падет. И однажды, когда она обессиленная и сломленная будет судорожно хватать воздух, захлебываясь собственной кровью, и двигаться и давиться слезами, оно дастся. И я поглощу его. Так. Так, как-то так. Эти я не вижу, почему-то они встают. И у нас опять развилка в две стороны, да? Ну, на самом деле, это уже локация более легче, чем та, которую мы шли в начале. Ах.
Так, мешочек соли. Так, плитки яровые. Щет. Окей, одного мы уже такого победили, но мне не хватит стамины. Плюс мне уже хватает на прокачку. Опа! А куда чучело делось? Вопрос. Здорово. Эй, странник, нужно что-нибудь ковать? Здорово. Улучшить? Это не. Не, клятвы давать не собираюсь. Вот повысить, да. Повысить я гораз. Так. Тоже, скорее всего, как обычно, хилка. Ой, стопы. Светильщик. Повысить уровень. Древо. А, я ж на броню, точно. Блин, сейчас же враги повосстанавливаются, черт. Так, а что здесь у нас? Непонятно место, идем налево. Понятно. Тогда идем просто. Что вот это за херь? Я понял. Держу в курсе. Ладно, идем до конца. Так, рыцарь. Пустое место. Клеймор. А ну-ка. Изначально этот двуручный меч были... Ой. Нихера себе. Ладно, давайте я лучше на двуручку поставлю. Так, одну споймал. Сейчас, подождите, убью. Муха. Ух. Ну, я замечу, я не могу им пользоваться. Ух. У, так я могу их не покупать. А, приятель. Проводник разума. Если посмотреть, насколько наносит этот меч, можно сказать вау. Не, ну здесь это, конечно, не вариант. Короче, буду вот так. Он... О, отлично. Двуручником я тоже как бы не хочу быть. Только зелье вот херовое здесь. Лечение. Так, посмотреть, что, во-первых, дает мне моя... Так, опять я куда-то пришел. Смотрящая чаще. Ладно, этих убиваю с двух. Мысли. А сколько вас тут? Что-то вас много. Точно я ли здесь не был? Там летучие мыши. Допустим, сколько быстро ты хилишь? Да, довольно он быстро хилит, то есть предметы первые это у всех одинаковые. Так, уварки. Да уж. Не, ну оружие, поверьте, оно очень домашнее, вижу. Нужно в церковь этих жителей статуэточки поискать. Так, дать клятву я не собираюсь. Даже если дам, что мне дадут взамен?
Так, вниз не вариант прыгать. Хотя... Да. Столи до хера я потратил. Сейчас, ну хотя бы, знаете, вот кто меня тянет? Ковианты. Окей, меч. И бой. Жесткий. Просто нет слов. Блин. Значит, мне туда никогда не попасть. Ух, жесткий. Нету слов. Просто... One shot. Ну, только минус. Так, я... А, не, я могу защищаться. Походу, это не та защита, которая мне нужна. Наверх я не попаду. По скорости передвижения я медленный. Да, рыцарь все-таки эти все на один раз. Бум. Как он может таким мечом так сделать? Не верю. Так, у нас до хера там этих вещей, которых я могу применить. И опять я могу прокачаться. Вопрос, почему бы не прокачаться? Так, стоять. Тут я был? Да, тут я был. Так, я понял, что на таких ловушках херня это очень близко. Так, здорово. Повысить уровень тогда надо. И мы с вами отправляемся тогда в эту сторону. В правую. Древо навыков. Все. Увеличим броню, да. Надеюсь, я не пожалею, потому что у меня что-то сама броня, она как-то немножко не увеличится, нихера. Класс. Задамажился. Класс. Класс. Великолепно. Можно, в принципе, раздеться и быстро там проскочить. Тоже как вариант. Чем он бы... Замечу, что... О чем он... Более подвижен. Медленная атака. Хотя... Да, походу щит мешает. Этим пускай у нас меч не подходит. Блин, а как тогда меч мне улучшить? Эй, я тут, привет. Иди сюда, давай. Молодец. Вот откуда он взялся? Вот откуда они берутся? Тут даже нету их ни респавна. Ага. Ага, вот как, да? Так, ядом. Так, значит, по таким херям я могу ходить. Тихо. Я понял тебя. Нужно еще тогда на большой меч повесить. Фонарик, чтоб и там было. Так, допрыгнул. Скажу так, я не допрыгнул. Токсины у меня уходят. Чего? Там нету прохода. Ух. Ух.
Ух. И что мне делать? Не, я понимаю, что ты классный лучник. Убивается он с двух. Хорошо, что я хотя бы выжил, когда упал. Нет, все-таки атак больше нужно. Против летучих мышей, то ладно. Все работает на ура. Минус то, что я не допрыгиваю. Вот это очень большой минус. Ладно, там вещи есть. Талисман. Как мне туда попасть? А вот он дерево. Только получается. Хотя. Нормально, нормально. Ай, тихо. В принципе, скакать я могу. Скакать я могу. Допустим, упал. Мне сундук этот не нравится, ребят. А вдруг здесь тоже мимики есть? Ух ты, костюм. Так, давайте, ладно, посмотрим, что у меня по одежке. Гадный ткан. И почему он типа перекреснут? Почему ты перекреснут, дружище? Не подходит. А, легкая броня нужна. Тогда все понятно. А у меня что за броня? Тяжелая броня. Перчатки. Перчатки. Защита от рубящих атак пускай будет меньше, но она повышает остальные все атрибуты. Плюс баланс повышает. Оденем их. Штаны. Штаны херня. Кольца. Мне вот это колечко выпало. Так, проводник разума. Так. Инструмент мощнейшей концентрации позволяет хозяину применять магию дольше, чем обычно. Позволяет запас физической силы. Позволяет запас силы. Так. Показывает энергию, не может сократиться ниже третьей шкалы. Ладно. Возьму, пускай будет. Так. По оружию. Мне нужно понять, почему я не могу его одевать. Большой меч. Это обычный меч, а это большой меч. В принципе, только для двуручки. Да? Ладно. Можно его... пипец, там калибрится урон. От 14 до 34. Да уж. Баланс видно сразу. Качаем по деревьям. Мне этот туман не нравится надо мной. О! Ой! Досидос. Допустим. Два удара мне нужно. Так. Ага, и сильные удары я могу делать в воздухе. Отлично. Так, он сделает прыжок, я к нему спущусь. Отлично. Так, на прокачку мне скоро хватит. Только вопрос, как мне теперь отсюда выбраться. Хотя... Есть варианты. Варианты есть. Так, вопрос, куда вот эта мне дорожка приведет? Она вся разная. Хи солдата.
Я понял, до свидания. Ох. А та тварь за мной полезла. Так, ладно, щит пока возьму. Фигурка наемника опять. Ванклер. Ух. Я понял. Я вас понял. Минус прокачка. Минус прокачка. Зато я нашел путь назад. Великолепно. Так, давайте, короче, сюда тогда. А, трое, дать клятву. Свет дерева перестанет быть вашей верой, и вы станете отступником. Нахер оно мне надо. Лас. Великолепно. Просто замечательно. Я именно этого и хотел. Сдохнуть. Минус голова с плеч. Если я все-таки ни хера не найду. Давай, ты со щитом. Ага, я могу заранее их бить, пока они не встали. Замечательно. Замечательно. Только я теперь думаю, как мне убить того тролля. Если это тролль. Так, поэтому я ходить не могу, да? Только там, где беленькая. Я так и понял. Так, лес он. Слез он. Минус. Ага, но отравление жёсткое дает. Опа! Куколку дали какую-то. Минус. Зря ты ко мне полез. Так, а теперь подумать, как его грохнуть. Своими силами я его навряд ли убью. Вопрос тогда, как мне его бить? Так, давайте я меч возьму. А, огар. Толкнуть его можно. Ага, хер тебе. Ой-ой-ой, я понял тебя. Приятель, можешь не повторять. Он жесткий даже до этого меча. Даже до этого меча он жесткий. Надеюсь, он одноразовый тоже. Его бэкстепит. Ну? А, ну да, пованя. Ого! Наконец-то! Так, янтарная статуэтка. Так, щит на всякий случай. О, здорово! Повысить уровень. Да. Великолепно. Древо навыков. Так, хорошо, что мне здесь тогда прокачать? Воля, я не вижу смысла. Хотя,
Сила мне дает урон. Блин, мне нужен двуручка есть. Где тут двуручное оружие? Цепи, цепи, цепи. Уют. Тяжелые доспехи. Выносливость. Куда мне это приведет? Могу я это узнать? Дополнительное зелье исцеления. Вот что мне нужно прокачать. Тихо, тихо, назад, назад, вниз. Дополнительное зелье исцеления. Вот что мне нужно было прокачать. Тихо, прокачаю. Мешочек для зелья, подождите. Хочу здесь, допустим, взять. Блин, давайте хорошо, я прокачаю мешочек для зелий, посмотрим. Хорошо, он прокачивается один раз. То, теперь мне 4. Теперь я буду хилы покупать. Что я вижу? К нашим славным замшевым корням явился чужак. Не волнуйся, я тебе сейчас все объясню. Встречал когда-нибудь лесных теней? Да. Да? Ха-ха. Духи леса всегда рады заблудшим душам, вроде тебя. Может, когда-то ты верил в бога, хе-хе. Так вот, это полная ерунда. Охина редкость не... Так, неприятные типы. Забудь о них. Тебе, возможно, говорили, что нам нельзя доверять. Врут, чаще всего. Так, наша дурная слава во многом связана с любовью к ядам. Ну, видишь ли, яд – это чудо природы. Яд, как и лес, просачивается сквозь царство людей, пускает корни, разрушает, захватывает и в итоге все обращается в прах. Человек – поистину никчемное существо, лес же очищает мир от его присутствия. Но лесные тени защищают лес, а потому лес защищает нас. Все? Ты хочешь стать лесной тенью? Хочешь бросить оковы ложных богов и окунуться в ядовитый сумрак лесов? Подойди к алтарю, поклонись в верность. Нет, не хочу. Так, капюшон. Пипец он весит. Давай, ладно, я капюшон одену. Перчи. Легкая броня, оказывается, это все у нас. Так, ладно, бестиарий, поехали. Начнем с этих. Буду листать и увижу новых и прочтем. Так, это было. Оп, ядовитая цитоплазма. Бесформенная железнообразная масса ядовитой слизи. Крайне злобная мутация. Безобидной обыкновенной цитоплазме. Так. Раздутое чудовище. Гигантское размером утопленник. Отправленный Ормутом. Читалось вот эти хери. Темноклюк. Клюв. Темноклювы – ловкие разбойники, живущие на деревьях, в лесах на востоке. Так, Ливина. На своей родине племена темноклыков были склонны вмешаться в политику ровно настолько, чтобы не... навлекать гнев регулярный войск. Так, подкупали чиновников, а по необходимости даже выдавали властям свои. Что, да? Да. А ну-ка. Так, все, запись идет, все нормально. Так, ну в принципе, давайте я хочу проверить. Да ладно. Неодноразовый. Чувствую, у меня сейчас будет гореть, жопец. Открыть дверь. Закрыто. Охренеть. То есть в каком-то смысле я здесь застрял. Ну ладно, давайте тогда здесь с вами остановимся. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.